Всем привет, друзья, с вами я, Жека Кул. Сегодня я научу вас делать бигспин в своей стойке. Вперед и назад. И фейки, и в ноле. То есть в трех стойках я вас научу делать бигспины назад и вперед. Давно хотел выпустить эту обучалку, потому что ни разу не затрагивал тему бигспинов. Снимаю для вас обучалку, как обычно, первого лица, чтобы вам было понятней, как делать этот трюк. Итак, давайте начнем с бэксайд бигспина, со своего. Это достаточно не такие простые трюки. Вот, ну кому-то они даются легко, кому-то нет. Сейчас я вам покажу, как он делается, потом расскажу, как его делать. Вот так выглядит бэксайд бигспин. То есть из чего он состоит? Он состоит из 360 поп-шуйта и разворота тела на 180 градусов. Смотрите, как мы ставим ноги. Так как я регуляр, я буду показывать в регуляре. Вот, но я думаю, вам будет понятно, если вы в другой стойке катаетесь. Смотрите, я ставлю ноги так, чтобы закрутить 360 поп-шуйт. Щелчковую ногу я ставлю почти к краю доски. Выводящую ногу ставлю, ну, примерно посередине. Как на кикфлип, либо как на олле. Что-то вот между этими двумя трюками. Что я делаю? Я заранее закручиваю плечи в левую сторону. То есть я буду слева направо крутиться. Мне нужно будет сделать 180 градусов разворот тела и 360 поп-шуйт. Я щелкаю под себя. То есть я кручу поп-шуйт не вперед, а под собой. Почти как impossible. В этом вся тема бигспина своего. Теперь покажу вам, как делать фронтсайд бигспин. Он еще сложнее, чем бэксайд бигспин для меня. Вот так выглядит фронтсайд бигспин. Сейчас я вам покажу, как он выглядит еще со стороны. Как его делать? Как мы ставим ноги? Мы ставим ноги как на хил, ну примерно, как на хил-флип. И мы должны также выщелкнуть щелчковой ногой доску под себя. То есть сделать 360 поп-шуйт и развернуть корпус на 180 градусов, только уже назад, соответственно. Сначала кручение начинается с плечей. Вы можете посмотреть у меня обучалку, как делать 180 олли. Я там объясняю, как развернуть плечи, чтобы закрутиться на 180 градусов. Вот. То есть, опять же, выводящей ногой мы просто помогаем, а все, весь трюк крутим щелчковой ногой. Итак, друзья, давайте перейдем к самым легким бигспинам. Это, соответственно, фейки, бигспин вперед. То есть мы едем в фейки и делаем бигспин очень просто. Этот трюк в основном учатся новички. Вот так выглядит фейки бэксайд бигспин. Итак, смотрите, как мы ставим на него ноги. Мы едем немного под углом, чтобы нам было удобнее закручиваться вот в ту сторону, если вы регуляр. И немного щелкаем, но уже не под себя, не как свой бэксайд бигспин или фронтсайд свой бигспин. Мы чуть-чуть прищелкиваем, толкая доску уже выводящей ногой вперед. И крутимся на 180 градусов весь трюк. Главное на него прыгнуть. То есть прыгать вперед. То есть вы закрутили, и вы должны прыгнуть. Итак, давайте теперь сделаем фейки фронтсайд бигспин. Он тоже легкий. Вот и все, вот весь трюк. Итак, как сделать фейки фронтсайд бигспин? Мы ставим ногу так, чтобы мы могли щелкнуть ей вперед. Выводящей ногой мы, соответственно, помогаем. Под себя крутить ничего не надо. Вы кидаете доску назад и сами крутитесь назад. Соответственно, вы едете под углом вот туда. Если на фейке бэксайд бигспин мы ехали туда, то на фейке фронтсайд бигспин мы едем вот туда. И щелкая, мы немного ногой давим вниз и вперед, то есть вот так. А выводящей ногой мы толкаем доску назад, то есть выводим ее назад. Соответственно, получается фейки фронтсайд бигспин. Ну и давайте я вам покажу ноли бэксайд бигспин и ноли фронтсайд бигспин, так как
Я не буду объяснять, как их делать, потому что тут принцип один и тот же, как и фейки. Вы ноги ставите примерно так же. Вот. Кстати, недавно я поставил 0 backside big spin со ступеней с 3. Покажу вам это видео сейчас. Вот, а так вот выглядит 0 backside big spin от первого лица. Ну и давайте закончим этот видеоролик на 0 frontside big spin. Ставим также ноги, в принципе, как и на фейке, едем под углом. И делаем, уезжаем, все. Вот такая вот получилась обучалка, друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте обязательно вот такие вот лайки. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить мои следующие новые видео. И ставьте колокольчик. И, друзья, скоро мы с вами увидимся в моих новых видео. И обязательно пишите в комменты, что бы вы хотели увидеть, какую обучалку на скейтборде любого трюка. Покажу вам. Пишите в комменты, какую вы хотите увидеть обучалку. Всем пока!